Забинфо.ру. Первый информационный сайт Забайкальского края. Ну, мы представляем сегодня автомобиль класса А. Вообще планируем отсертифицировать автомобиль по классу А и по классу Б. То есть не только для перевозки больных, но и для оказания первой медицинской помощи автомобилю. Мы хотим, и задача ставилась Министерством здравоохранения, изготовить автомобиль для эксплуатации в области. Ну, во-первых, это должен быть автомобиль повышенной проходимости, и в этом автомобиле должны быть созданы все комфортные условия как для больного, которого будут перевозить и оказывать помощь, так и для врачей, которые, соответственно, будут переезжать в этом автомобиле. То есть там имеется кондиционер, система отопления для зимних условий, соответствующие сиденья с ремнями безопасности. Все это сертифицировано и все прошло соответствующие испытания в центре по сертификации. Машина Гура мне вообще нравится, особенно посмотрев, как она прошла 8200 километров до Крыма без единой, по сути, поломки, показала себя просто прекрасно. Впечатления только самые хорошие о данном автомобиле. Конечно, у нас потребность в автомобилях скорой медицинской помощи достаточно большая. Но вы представляете, машина скорой помощи ходит 24 часа в сутки, каждый день в течение года. Ну, там через 5-6-7 лет, ну, максимум, она требует своей замены. У нас, конечно, в планах замена автопарка достаточно серьезная, измеряется несколькими сотнями таких автомобилей. Поэтому мы очень рады, что вот наш 88-й авторемонтный завод взял на себя инициативу подготовить возможность такого автомобиля.